На Ямале сохраняется стабильный темп рождаемости. За первое полугодие родилось 3410 малышей. Около 70% новорожденных – вторые и последующие дети в семье. Также в этом году на Ямале стало на 548 многодетных семей больше. Сегодня их более 14200. Сегодня на Ямале действуют 35 мер финансовой поддержки для семей с детьми. Это ежемесячные выплаты на первого, третьего и последующих малышей до 3 лет. Единовременные выплаты при рождении второго и последующих детей. Одна из самых значимых мер – региональный материнский капитал. С начала этого года его получили уже 2132 семьи. Сумма выплаты при рождении третьего и последующих детей составляет 500 000 рублей. Это больше, чем в любом другом регионе страны. Кроме того, по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова, с прошлого года на Ямале ввели доплату в 150 000 рублей к федеральному материнскому капиталу.